Наши сомнения – это наши предатели. Они заставляют нас терять то, что мы, возможно, могли бы выиграть, если бы не боялись попробовать. Ребята, Шекспир говорил о неуверенности в себе более 400 лет назад. В этом нет ничего нового. И, к счастью, уже есть проверенные методы, которые вы можете использовать для того, чтобы навсегда избавиться от неуверенности в себе. Первое, что вам нужно знать о неуверенности в себе – вы не одиноки. Я не уверен в себе. Я встречаюсь с неуверенностью в каждом успешном человеке. Да и в целом с любым человеком, которого я когда-либо встречал. Когда говорил с ними и узнавал, то видел их неуверенность в себе. Я считаю себя ребенком, который вырос в трейлерном парке и плохо общается с девушками. Я никогда не мог с ними заговорить. Но теперь все изменилось, я добиваюсь всего, чего хочу. Я достиг многих классных вещей, которыми я очень горжусь. Но все же иногда я все еще смотрю на себя в зеркало и думаю, кто на самом деле этот парень. И если ты будешь подпитывать неуверенность в себе, она станет сильнее. Но если ты заставишь ее голодать, она будет становиться слабее. Так что не поддавайтесь сомнению в себе. Следующий совет. Выходите на улицу, тренируйтесь, идите на прогулку. Не нужно делать что-то сложное. На самом деле исследования показывают, что когда вы просто гуляете на природе, это лучше всего. Окей, если вы находитесь в городе, то такая прогулка не будет иметь тот же эффект. Но для меня первым делом с утра посещение спортзала задает ритм на весь день. Следующий шаг – стать экспертом в своей области. И да, любой может стать экспертом. Когда я был в 4 классе, я был экспертом во Второй мировой войне. Я начал погружаться во все эти книги о Второй мировой войне. И когда был какой-то удобный случай, то у меня была уверенность, что я могу встать и поговорить об этом. Мои учителя были просто поражены, что я могу дать этот урок истории и углубиться в подробности более чем книги. Ты можешь сделать это с чем угодно, только найди то, что тебе нравится. Не сравнивай себя. Если вы сравниваете себя с другими людьми, вы находитесь в мире страданий. На самом деле, в исследовании, проведенном университетом Толедо в 2014 году, рассказывается о людях, которые проводят много времени в социальных медиа. И выясняется, что их самоуверенность невероятно низкая, в связи с тем, что в социальных сетях они видят всех этих парней, которые невероятно богаты в возрасте до 25 лет, или 60-летних мужчин, которые имеют 6 кубиков. Но они не среднестатистические люди. И когда вы думаете... Окей, так как этот человек действительно хорош в конкретных вещах, то я какой-то неудачник. Ребята, это неверное сравнение. Вы знаете свою душевную боль, все то отвратительное и грязное, что остается за кулисами. Но у них может быть то же самое. Никто не идеален, поэтому просто стремитесь быть лучше, чем ты можешь быть. Полковник Сандерс в 74 года продал KFC и полностью окупил свои вложения. Ему было 62 года, когда жареная курица действительно начала приносить ему прибыль. А ведь начал он это дело в начале 40-х годов. Итак, что мы можем вынести отсюда? Ребята, никогда не поздно. Если тебе 50, 60, если тебе 25, смотри, как много времени ты имеешь. У тебя есть 20, 30, 50 лет. Особенно, если ты заботишься о себе. В твоем распоряжении куча времени. Даже больше времени, чем ты думаешь. Никогда не поздно все изменить. Поговорим о неудачах и неуверенности в себе. Они взаимосвязаны. Так много мужчин боятся действительно рискнуть сделать что-то, потому что они боятся потерпеть неудачу. Вот правда, неважно, здесь ли ты потерпишь неудачу или нет, ведь жизнь полна этих падений. Не смотрите на неудачи хотя бы, если они не являются постоянными. Вы просто берете себя в руки и продолжаете идти. Это как с ребенком, который учится кататься на велосипеде. Он постоянно падает. Но это единственный путь научиться ездить на велосипеде. Ведь ты не можешь прочитать книгу о езде на велосипеде. Итак, когда ты делаешь что-то, ты учишься этим вещам. Ты сможешь научиться только через свой опыт. Смотри на это как на эксперимент и пробуй. Неудачи двигают вас вперед, так что не бойтесь их. Следующий шаг – окружай себя группой поддержки. И нет, я не говорю сейчас о болельщиках. Сейчас я говорю о людях, которые всегда за твоей спиной. Люди, которые заставят тебя увидеть тебя в лучшем свете. Так что если я взгляну на вызовы, с кем я говорил, со своей женой, с Аароном Марино, Райан Мастерс и моим другом Томом Вебстером, все эти люди заставили меня ощущать себя лучше. Они всегда говорят что-то позитивное, или высказывают критику. Они делают довольно хорошую работу, и я уважаю их мнение. Я окружил себя людьми, которые позитивно влияют на меня. Избегай токсичных людей, ты знаешь, кто они. Но это люди, с которыми ты можешь просто ограничить свое общение и создать границы. Я не говорю, что надо отстраниться от них. Нет, но ты должен окружить себя теми людьми, которые помогут тебе подниматься. Иначе неуверенность в себе тебя погубит.
Перестань пребывать в негативе. Ты оптимист или пессимист? Позволь задать вопрос. Когда ты видишь, что во дворе с дерева упала ветка, какова твоя реакция? Ты начинаешь думать: «О, блин, теперь надо пилить дерево». Или ты можешь сказать: «О, здорово, мне как раз нужны были дрова. Но мне сейчас нужно еще кое-что сделать, а потом я пойду туда и позанимаюсь еще и спортом». Произошло одно и то же, но моя реакция говорит все обо мне. И если вы обнаружите, что вы пессимист, что вы негативный человек, а это, поверьте мне, случится с вами со временем, работайте над собой, чтобы изменить это. Вы можете завести банку с теми целями, которые вы достигли. Опять же, будучи благодарным за простые вещи, вы станете более позитивным. Следующая ошибка, которая приводит к неуверенности в себе, это бездействие. 5, 4, 3, 2, 1. Сделай это. Перестань обдумывать. Когда ты много думаешь о чем-то, ты попадаешь в аналитический паралич. Например, я подумал: хорошо, я должен разбить это видео. На самом деле, может быть, снять лучше в другом месте? Мне не нравится освещение. Эй, Антонио, просто возьми камеру в руки. Да, люди увидят твой грязный офис, но это не имеет значения. Главное, это информация для вас. Вы можете подумать: ага, Антонио, отличная информация. Но как еще на данный момент я могу действительно применить это в жизни? Ребята, обязательно посмотрите это видео. Как просыпаться в 5 утра. Если ты будешь просыпаться в 5 утра, то у тебя будет время на самосовершенствование.